Всем привет! В прошлом уроке я сказал, что мы еще затронем тему осколков моделей. И вот, сегодня мы знакомимся с Proper Gips. Это точечная entity, работает в связке с Proper Model и Proper Physic. Открываем ее свойства и смотрим на незнакомые строки. Gip Model. Можно указать свою модель осколка. Model Type. Тип модели. Физический, который можно взять в руки. Или Ragdoll. Внимание! Model Type – очень важный пункт. Не все модели могут быть использованы как физические или Ragdoll. Чаще всего предметы выступают в роли физик, а части тел, соответственно, Ragdoll. Debris – осколки не будут физически воздействовать на другие объекты. Проще говоря, у них не будет модели столкновений – коллизий. Burst Strength – скорость или сила, с которой будут разлетаться осколки. Fade Away Time – время, спустя которое осколки начнут пропадать. Min и Max Fade Distance – минимальное расстояние, на котором осколки начнут исчезать, или расстояние, на котором они будут полностью невидимы. И напоследок, возможно, у вас возникает вопрос, как создать много осколков в вашей модели? Все просто. Используйте более одного Proper Gips. Вот и весь рецепт. Спасибо за внимание, и это еще не конец наших видеоуроков. Ставьте палец вверх, и если можете, помогите проекту донатом. Arrivederci, друзья!